И всем привет, ребят, с вами Стервайк, я записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен получению нашего нового долгожданного скина с элитного пропуска. Сегодня у нас последний день, и наконец-таки я добрался до этого дела, и наконец-таки мы его сегодня вместе с вами заберем, обкатаем, посмотрим, навалим, ну и я выскажу свою точку зрения по поводу нового мамонта SP. Но если вам подобного рода видеоролики нравятся, то обязательно поддерживайте данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч токенов. Для этого в настройках игрового аккаунта установите мой личный так так тимп, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Ну а нам осталось всего лишь там 2 звезды, которые я получаю, открыв недельные заданочки, забрав просто одну заданку. И написано, что я как раз таки прошел 15 уровней, покупаю элитный пропуск за 2300, который является, ну как по мне, довольно недешевым. И получаю тот самый легендарный скин Mammoth SP. При этом все, я еще получаю очень хорошее количество ультраконтейнеров сверху. И как вы видите, у меня их целых 90, мать его, 7. Плюс еще есть старых здесь контов 30 вместе. Это значит, что у меня есть целых 120 с небольшим ультраконтейнеров. Ну и я вам даю задачку в Тушилову сделать 150 очки лайкозавров. Как только мы эту 150-ку оформим, я в свою очередь максимально быстро постараюсь открыть эти ультраконтейнеры. У меня есть еще 4 здесь ультраконтейнера, оказывается. У меня есть еще 4 ультрикса тут. Так я могу забрать еще ежедневные заданочки и получить еще ультраконтейнеров. Так что мы точно можем эту тушеночку оформить. 101 ультраконтик. Блин, давно у меня такого большого количества не было. Поэтому сможем все это дело реализовать. Но сегодня у нас мамонт. Сегодня у нас мамонт. Поэтому берем этот замечательный корпус и отправляемся в тушеночный матчмейкинг. Если у меня по скинам СП что-то на пушку, если я не ошибаюсь, у меня должен быть твинс. Нет, у меня твинса, к сожалению, нету. А что у меня может быть? СП, СП, СП. Я даже не знаю, есть ли у меня какие-то скины СП. Ну ладно, давайте возьмем просто твинса. Просто твинса, вот даже возьмем такого твинса RF-чика. Ну, в принципе, даже как бы смотрится, как будто это одинаковая комба. Возьмем под это все дело кризиса. Ну и просто тушанем одну такую каточку, чисто для кайфика. И попробуем реализовать эту торпедочку в честь получения этого скина. Я думаю, что это было бы очень-очень неплохо. Также это устройство, ой, не устройство, этот скин не падает с скин контейнеров, да. Если есть скины, которые можно забрать оттуда, то этот скин является более таким легендарным, и его оттуда получить нельзя вообще никаким способом. Есть возможность у меня, кстати, попробовать выбить магнума СП, чем мы, в принципе, сможем и попробовать заняться уже в открытии как раз-таки ультраконтейнеров. Ну, а сегодня тушанем вот такую вот сарделечку на мамонта твинсе. Как раз меня закидывает за атаку. Ждем флага. Ну, и попробуем повлетать на кризисе чуть-чуть в противника. Я думаю, что это должно работать очень и очень круто. Так, ну и главное, чтобы у меня только пульсары залетали, а не у вражеской жиги. А то если у вражеской только жиги они будут залетать, то я буду очень сильно улетать на респаунчик здесь. Так, о, хорошо, шикарнейшие криты. И вот под критами как раз таки этот мамонт от Винс уже будет смотреться намного-намного прикольнее. Так, пробуем ворвать, чтобы меня быстро слили. 3 килла, офигеть, вот это я быстренько, конечно, киллов здесь навалил. Так, ну и теперь главная задача наша сделать здесь каким-то магическим образом досрочку и выиграть катку. Потому что я смотрю, что здесь у нас противники уже начинают наши респы чистить. Да, и это, конечно, не очень круто, когда нас так начинают душить. Но при этом все, наш тиммейт уже доставочку первую оформил. Поэтому я буду врывать и пробовать делать еще одну доставку. Здесь
по мне Свадейла какая-то залетает. И Гаусс еще в спину накидывает. Ладно, понял. 50% овердрайва у меня уже есть. Благо, хотя бы есть тиммейты, которые врывают под доставки. Это значит, что у нас шансы на победу здесь точно имеются. Так, шикарнейшие две добавочные подряд у нас залетели с критами по противнику. И здесь Викингарик уже прожимается соудишкой. Три рикошета у нас против Магнум и Страйкер. Возьмем сразу такой резист. Главное, чтобы у меня оделось три резиста. Магнум, Страйкер и рикошет. Магнум, Страйкер, рикошет. Так, вроде как три реза взял. Вроде как должно быть три резиста одето. Да, все четко. Три резиста одеваются. Так, ну и у нас 90% овердрайва. Попробуем ворвать на новом мамонте в доставкинса. Пробуем делать. Сливаем еще одного оппонента. Хоппер вжимал его, делает и меня просто добивает. Да. Я, конечно, думал, что смогу здесь все-таки доставку оформить, но пока что с доставками у нас не все так просто. И даже против резиста с рикошетом у меня не так уж и легко получается что-то здесь ворвать. А вот такую врывалову, а вот такую разыгралову, и теперь под нитро, и, блин, под мамонта оудишкой. Как же быстро он влетает. Как же быстро он влетает в доставкинса, давай, хорошо. Еще есть возможность на Бревалова одного. Ай, не раскрутился на еще одного. Блин, ну мамонт под овердрайвом, это, конечно, очень большое количество таких вот позитивных эмоций, когда ты так врываешь в противника. Это прям выглядит очень-очень эмоционально круто. Так, ну и пробуем сейчас ехать под еще одну доставочку. Не совсем крутую аптеку я, если честно, прожал. Можно было дождаться, чтобы по мне урона не наносили, и тогда только прожимал его оформить. Так, наш мамонт, кстати, там тоже разрывает базу противника. Хоппер с прыжка должен делать еще одну доставку. Так, ну и у нас, по идее, появляются шансики на победу в этом бою. Появляются шансики на победу в этом бою, и это очень и очень неплохо. Это очень неплохо. Так, пробуем здесь забить Викингарика, но... это вот, конечно... оглушение с рикошета очень противно срабатывает, и, к сожалению, мы отлетаем здесь на респаун. 9 минут, кстати, до конца. В теории есть еще шансики на победную. На победную в рамках этого боечка. Пробуем навалочку сделать. Ах, меня еще раз сливает. Боже, что-то как-то очень быстро меня респит, хотя вроде как мамонт, вроде как хп должно быть много, и я должен такие моменты переживать, но по итогу меня просто набривают раз за разом. 75% овердрайва, опа, Изида немножечко меня подхилила, неплохо. Пробуем влеталову сделать под доставкинса, вражеский мамонт там на прожималове тоже был. Прижимаемся на ДАшечку. Так, а, Изида страхует меня до конца. Викинг, ой, вжимается шафт. Ой, хорош молот! Страховочку мне оформляет. Я не понимаю, как живет так долго этот титан. Но доставку мы с этого момента тоже выжимаем. Так, прожимаем сразу оудишку. И вжималово, вжималово. Ух, не успел. Чуть-чуть не успел долететь до мамонта, но он сам себя здесь тоже разобрал. 8 минут до конца. 500 очков у нас на мамонта твинсе. Вот в таком бою я считаю, что это шикарнейший результат. И это еще далеко не конец. Так, где мой крит? Где мой крит? Алло, почему криты залетают у вражеского рикошета, а не у меня? Да, грустно, конечно, когда все происходит именно так. Но вот этот, кстати, Зидовод молодец. Старается прям страховочку максимально мне здесь выдать. Так, пробуем здесь по Хантеру еще накидалову оформить. Еще одна, кстати, Зида у нас появляется. Слово, у меня аптечка лечит по максимуму. Так, 20% овердрайва. Ну и пробуем врывать. Пробуем врывать здесь через центр. На броньку переключаюсь. И успею ли я доставить? Да, шикарно. Еще одну доставочку мы оформляем. У меня уже 600 очков на мамонте. За полбоя 600 очков. Даже меньше, чем за полбоя бы. Офигеть. Вот это, конечно, мамонт может контентика раздавать. Так, 60% аудишки. Мы все равно проигрываем катку. Как мы проигрываем, я вообще не знаю. Я тут уже на мамонте, мне кажется, врываю все, что можно и нельзя. Так, врывалову делаем. Давай, 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 давай. Ай, чуть-чуть, чуть-чуть. Чуть-чуть мне не хватило. Так, ну наш диктатор делает доставку, шикарно.
Шикарно. Пробуем, пробуем держаться в рамках этого боя. Нам надо выигрывать. Нам обязательно надо выигрывать эту катку. Так, викинга рикошету сразу сбиваем расходку. Там титан купол жмет. Блин, был бы у меня сейчас овердрайв под этот купол. Ой, как бы можно было бы шикарно сейчас это все дело реализовать. Мамонту удишку. Вот, кстати, наш чел будет сейчас вованчик влетать с оверкой. Надеюсь, ворвет. Надеюсь, Вовчик ворвет. Давай, Вован, делай грязь. Давай, Вованчик, оформляй контент. Пошла у него движуха. Ай, в 0.5 улетел. Чуть-чуть ему на прогиб кинули. Так, 97% овердрайва у меня уже имеется. Ну и нужно попробовать сейчас реализовать оверку. Нужно попробовать реализовать оверку. Мамонт с овердрайвом. Тише, 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 тише. Аккуратненько. Так, а теперь мы делаем свою уже вжималову. И врывалову, поджималову. Хорошо, доставкинца оформляем. ХПшки хватает, но катку мы проигрываем. Как мы проигрываем катку? Объясните мне, пожалуйста. Как мы сливаем этот бой? Я делаю максимум на мамонте. Уже 750 очков мы здесь оформляем. И все равно мы этот бой проигрываем. Как мы его проигрываем, фиг его знает. Так, очень много критов у твинса с пульсаром. И это не может не радовать. Это не может не радовать. Так, здесь вражеский страйкер на Свадейлу в упоре пытается сработать. У меня страйкер, кстати, резист есть. Четко. Так, только вот единственное... единственное только то, что мы уже в двадцатку проигрываем. До тысячи хотелось бы дотянуться. Дотянуться до тысяченочки бы в рамках этого боя было бы, я думаю, очень-очень приятно. Шикарнейшая есть траектория под доставкинца. И пробуем ворвать, кидать урона, урона. Чуть откатимся, чтобы добить двух оппонентов. Но, и, к сожалению, меня все равно Тесла сливает. Сливает меня Теслочка. 20 киллов отрыва уже есть. И при этом у меня... ну, не все так плохо. Не все так плохо. Мне все шикарно просто. Просто шикарно для реализации мамонта. Это очень хороший результат. Так, 60% оудишки. Викинга рикошет пытается вжаться. Давай, 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 быстренько, быстренько, аккуратненько. Ай-яй-яй-яй. Нет, к сожалению, все равно не дают мне никак доставить. Вот под овердрайвом, если бы овердрайв бы на мамонте типа, побыстрее копился, я думаю, что врывалова бы могла бы быть пожестче. Ну, могла бы быть пожестче, ну, 100%. Да, то есть, ну, только у меня оуди не хватает. Это бы оудишечку бы побыстрее бы с накоплением. И тогда бы можно было бы поврывать прям супер плотно. Блин, как же много рикошет дает оглушений. Изида пытается меня вылечить. Так, ну а мы пытаемся сыграть агрессивно под доставку. Изида будет лечить меня до конца. 87% овердрайва у меня уже есть. Страйкер пытается свестись, надо сбить ему сводку. Нет, к сожалению, мы ему сводку не сбиваем. И просто в 4 противника, даже под хилом Изиды, меня здесь срубает противник. Только вот сейчас есть отличный шанс под доставку, если я ворву как раз-таки через правую зону. Через правую зону была бы шикарнейшая возможность на реализацию. Наш тиммейт пытается через лево здесь доставку оформить, но у него, к сожалению, там шансов не так много. Так, а вот у нас теперь есть шансы, мне так кажется... Что у нас есть шансы под врывалову. Делаем жималову. Оудишки. Так, ну и просто летим. Просто на всех парах я иду врывать. Я иду врывать в доставку. И просто викинга шафт сжимает в меня овердрайв. Понял? Принял. Обработал я. Все, 7 киллов остается до конца. Больше у меня шансов здесь на доставку, к сожалению, не будет. Скорее всего. Хотя по таймеру может быть еще один моментичек. Успеем реализовать еще один моментик. Там главное, чтобы здесь без оглушения было. Пробуем, пробуем, пробуем. Нет, оглушка срабатывает. И, кстати, титана купол тоже здесь ставится. 3 килла у нас остается. Но все равно шикарнейший результат. 900 очков на мамонта твинсе в штурме. Вот вы верили вообще, что здесь такая тушенка сможет залететь? Я, честно говоря, даже и не думал, что получится настолько плотно раздать контента. Поэтому я считаю, что это шикарнейший результат для Мамонта Твинса и для обкатки нового скина Мамонта СП. Я считаю, что это шикарнейшая результативность. Поэтому пишите, что вы думаете по этому поводу. Пишите, забрали ли вы скин на этот замечательный мамонт. Обязательно поддержите данный видос лайком, если вам понравился. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну, у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.